Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр имени Аймауытова открыл свой 33-й театральный сезон. Зрителям была представлена премьера спектакля по произведению Николая Гоголя «Ревизор». Свою комедию «Ревизор» Николай Гоголь написал в 1836 году. Однако произведение актуально и в наши дни. Коррупция, распил бюджета, появление таких проходимцев, как Хлестаков, пороки общества все те же. Благодаря невероятной гармонии произведения Гоголя и режиссера-постановщика, зрители увидели замечательную постановку, которая смогла занять подобающее место в их сердцах. В этом году наш театр открыл свой 33-й сезон комедийным спектаклем «Ревизор» Гоголя. Произведение было написано в 19 веке, но до сих пор не утратила актуальности. Актеры признаются, что очень скучали по публике и аплодисментам и приложили все усилия, чтобы, выходя на сцену, радовать своего зрителя. Со дня написания пьесы прошло 185 лет, но ее замысел понятен и сегодня. Взяточничество, жадность, мошенничество – они никуда не исчезли. Пришел лжеревизор, все начали двигаться, суетиться. Как говорят в театре, предыдущий 32-й сезон был очень коротким из-за эпидемии. Предстоящей зимой готовятся новые премьеры. А этот спектакль «Ревизор» будет показан с 17 по 21 сентября на фестивале в городе Кокшетау. Мурат Билмажит, Кудайберген Бердымурат, Алексей Мехедов, Ертысак.